Всем большой привет, у меня отличные новости. Наконец-то в магазин Fix Price привезли долгожданные новинки, новую коллекцию. Сегодня вместе с вами ее посмотрим. Не забывайте подписываться на канал, оценивать видео, а также не забывайте про мой телеграм-канал и канал на Яндекс.Дзене. Ссылку на них оставлю в описании. В этом Fix Price наконец-то появились товары из новой коллекции, коллекции товаров для кухни. Знаю, что в некоторых других магазинах эти товары уже представлены, у нас они только появились. Это коллекция в стиле лофт. Красивый кувшин для воды, объем 1 литр, 400 мл. Полностью, в том числе и ручка, выполнен из тончайшего бора силикатного стекла. Как правило, такая посуда обладает высокой прочностью и выдерживает высокие температуры. Крышка сделана из бамбука и дополнительно есть силиконовая вставка для того, чтобы она надежно, плотно держалась. Кувшин смотрится действительно достойно и красиво, но у этой крышки есть один минус, ее нельзя мочить водой, поэтому после мытья ее необходимо насухо вытирать. Похожий кувшин я покупала в Fix Price, с удовольствием им пользуюсь. Сейчас цена в магазине Fix Price 349 рублей, сделан он в Китае. Следующий товар из этой серии – это щипцы кухонные, длина 30 сантиметров. Основная часть полностью выполнена из дерева, похожа на бамбук, и на концах есть силиконовые вставки. Есть отметка о том, что можно использовать для пищевых продуктов и для горячего. Максимально разрешенная температура – плюс 200 градусов. Купить такие щипцы можно в Fix Price за 149 рублей. Овощечистка с вертикальным лезвием. Лезвие сделано из нержавеющей стали, а ручка выполнена из дерева. На мой взгляд, удобнее овощечистка с горизонтальным лезвием, но знаю, что кто-то пользуется и такой. Производитель Китай, цена овощечистки 79 рублей. Нож универсальный, длина 23 сантиметра. Длина лезвия 12,5 сантиметров. Состав дерева и нержавеющая сталь, цена 99 рублей. Также есть большой поварский нож, его длина 32,5 сантиметра. И лезвие почти в два раза больше, чем у предыдущего, его цена 149 рублей. Я уже с вами раньше делилась и рассказывала, что заказываю себе парфюм в интернет-магазине Pidi Paris и заказываю уже больше года. Поэтому смело могу поделиться своими впечатлениями об этом сайте. В ассортименте магазина есть ароматы объемом 30, 50 и 100 мл. Парфюм объемом 30 мл приходит в пластиковом флаконе. Для меня этот формат самый удобный, флакон совсем небольшой и он не занимает много места, его можно взять с собой, положить в сумочку. Ароматы с сайта Pidi Paris полностью совпадают с оригиналами. Они держатся как настоящий парфюм до 6 часов. Все ингредиенты для создания парфюма производят во Франции, в городе Грасс. В моей коллекции уже более 10 популярных любимых ароматов от торговой марки Pidi Paris. Поэтому я с уверенностью могу рекомендовать вам сайт, и вы можете выбрать свой любимый аромат или попробовать что-то новое. Ссылку, где можно заказать парфюм, оставлю в описании. Также у меня есть небольшой бонус, это промокод на скидку 10%. Его также прикреплю в описании под этим видео. Корзинка кухонная, универсальная, размер 30 на 20 сантиметров. Хорошее качество исполнения, выполнено из углеродистой стали, сверху покрыта краской. Стильная, лаконичная, красивая корзинка. У меня есть такая же, только в черном цвете. У себя дома корзинку я использую в ванной комнате. Предварительно полотенце для рук сворачиваю рулонами и складываю в эту корзинку. Кроме полотенец, в этой корзинке можно разместить различную косметику. Это может быть декоративная косметика, различные баночки, шампуни, кондиционеры или гели для душа. Применить корзинку на кухне вы тоже сможете. В ней отлично будут смотреться разделочные доски. Корзинка действительно универсальная. Кроме кухни можно использовать в ванной или в шкафу для хранения одежды. Похожие корзинки можно найти на таких маркетплейсах, как Wildberries и Ozon. Там они стоят дороже, причем в два раза дороже, чем в Fix Price. Я нашла похожую с таким же размером. Цена корзинки на Wildberries 652 рубля. Такую же корзинку в Fix Price можно купить за 299. Контейнер MyBox с крышкой. Большой, объем 10 литров. Для надежности крышка защелкивается с двух сторон. А ручка, которая находится сверху, убирается в специальное углубление в крышке. Размер 36 на 25, высота контейнера 15 сантиметров. Выполнен контейнер из хорошего плотного пластика. Отметку о том, что для пищевых продуктов использовать можно, я не нашла. А вот для хранения игрушек, сезонной одежды или других хозяйственных мелочей отлично подойдет. Изготовитель России, Республика Татарстан, торговая марка Фимака. Цена 199 рублей. Термосалфетка на стол, размер 40 на 28 сантиметров. Выполнена из пищевого пластика полипропилена, рисунок только с одной стороны. Три новые расцветки в ассортименте. Кстати, такой коврик можно использовать и для детского творчества, если ребенок рисует или лепит из пластилина. Цена термосалфетки 19 рублей 80 копеек. Носки-слитки женские, торговой марки Lady Collection.
Состав 54% хлопок, 20% нейлон, 20% полиэстер, 3% эластан. Сверху сделаны как капроновые носочки. Указано, что подходит на размер ноги с 35 по 38. Много цветов в ассортименте. Цена 79 рублей. Сделаны носки в Китае. Есть еще второй вариант, это тоже носки-слитки от торговой марки Zuwei. Они уже хлопковые, лучше по составу. Я такие уже покупала. Состав хлопок 70%, 27% полиэстер, 3% эластан. На пятке есть специальная силиконовая вставка для того, чтобы слитки не слетали с ноги. Отличные слитки, если вы любите, чтобы у вас носки не выглядывали из-под обуви, из-под кроссовок, например, как у меня, то рекомендую обратить внимание на эти следочки. Я практически всегда использую их вместо носков. В фикс-прайсе они стоят 79 рублей, цвета также в ассортименте. Шампунь для волос Пантенол от торговой марки Невская косметика. Подходят для ослабленных и поврежденных волос, мягко очищает, возвращает волосам блеск, улучшает состояние волос и кожи головы. Объем 250 мл, цена 149 рублей. Зубная щетка от торговой марки Oral-B средней жесткости. Цвета в ассортименте, цена 79 рублей. И на данный момент это самая бюджетная щетка, которая есть в продаже в этом фикс-прайсе. Новинка от торговой марки Санитол, чистящее средство быстрого действия «Казан-мангал». Удаляет нагар, жир с грилей, мангалов, духовок, электро- и газовых плит. Объем 500 мл. Цена 79 рублей. А также появился санитол для ванн. Эффективно очищает, устраняет запахи. Подходит для эмали и акрила. Легко чистит и защищает поверхность. Объем 750 мл, цена 99 рублей. А еще появился стиральный порошок, где название и описание полностью написано на белорусском языке. Соответственно, изготовитель Республика Беларусь. Как я понимаю, подходит для цветного белья. Масса 400 грамм, стоит 59 рублей. Детские заколки для волос с яркими летними дизайнами. Основание заколки выполнено из стали, а декоративные элементы сделаны из акрила. Продаются набором, в одной упаковке две заколки. 4 дизайна в ассортименте, цена набора 59 рублей. Заколка краб в виде животного. Стальной механизм, а сам корпус выполнен из акрила. На выбор собака, зайца, медведь, цена заколки 79 рублей. Набор кистей для макияжа. Необычный яркий дизайн. В корпусе внутри каждой кисточки находится необычный декор, чем-то напоминающий посыпку для кулича. В набор входит кисть для пудры и румян и 3 кисточки для теней разной формы. Кисточки искусственные, ворс достаточно плотно набит, это нейлон. Наборы отличаются, на выбор 2 варианта, цена 199 рублей. Челма на голову вафельная, выполнена из 100% хлопка, достаточно тонкая, похожа на кухонную салфетку. Подойдет для волос короткой и средней длины. Изготовитель Россия, город Иваново, цена 99 рублей. В продаже снова появилась красивая деревянная медальница. Особенно советую обратить внимание, у кого есть дети, которые занимаются спортом, участвуют в соревнованиях и возвращаются оттуда с медалями. Это отличный способ оформить все награды, которые есть у ребенка. Красивая медальница, она деревянная, выполнена из фанеры, березы, а также картона. Сверху покрыта ламинационной пленкой. Она большого размера, примерно 47 на 27 сантиметров. У меня старший сын занимается карате, медалей у него очень много, и все они отлично помещаются на этой красивой медальнице. Медальницы в продаже разные, отличаются дизайном и надписью. Мои победы, награды, достижения и мои медали. Хорошее качество, к покупке рекомендую. Купить такую медальницу можно в фикс-прайсе за 299 рублей. Сделана она, кстати, в России. Изготовитель – город Москва. В отделе «Все для праздника» появились шпажки для канапе в упаковке 60 штук. Шпажки пластиковые, разноцветные. Цена набора 99 рублей. Красивый декоративный ящик, размер 22 на 16, высота 15 сантиметров. Полностью деревянный, выполнен из МДФ. Впереди надпись, она сделана из стали. Отличный красивый ящик, его можно использовать дома в качестве декора для организации хранения. И второй вариант, в нем можно собрать подарок. Это могут быть конфеты, сладости, что-то из уходовой и декоративной косметики. Или оформить красивую цветочную композицию. Примеры, как это сделать, можно найти в интернете. Отличный декоративный ящик, его цена в магазине Fix Price 299 рублей. Набор инструментов для точной механики. Сюда входит увеличительное стекло и 6 разных отверток.
Отвертки маленькие, компактные, находятся в удобном пластиковом контейнере. Хороший набор, мне кажется, в хозяйстве такой пригодится. Производитель Китай, цена 99 рублей. Красивые детские панамки. Указано, что подходят на возраст от 4 до 6 лет. Внутри подкладка. Внутренняя верхняя часть выполнена из 100% хлопка. На мой взгляд, на 6 лет панама может оказаться мала, поэтому лучше приходить с ребенком и мерить в магазине. Красивые панамы хорошо сделаны, хорошо сшиты, отличаются цветом и глазами, которые нарисованы сверху. Всего 6 вариантов, сделаны в Китае, цена 199 рублей. Набор щеток для уборки совком. Щеток всего 3, 2 из них с ручками. Состав пластик полипропилен. На выбор в розовом и голубом цвете. Цена набора 249 рублей. Прищепки продаются набором в комплекте с маленькой корзинкой. Внутри 30 прищепок. Не знаю, насколько хорошего качества, насколько плотный пластик. Если покупали, делитесь в комментариях, как вам. Цена набора 99 рублей. Ароматические бомбочки для ванны с игрушкой. Игрушку сразу видно, поэтому при желании можно выбрать ту, которая нравится. Масса 150 грамм. Цена такого шара 149 рублей. Новые солевые скрабы для тела. На выбор два варианта. Первый – это антицеллюлитный жиросжигающий солевой скраб с красным перцем. Активирует кровообращение, разглаживает рельеф кожи, уменьшает объемы, корректирует силуэт, выводит токсины. И второй вариант – это дренажный разглаживающий скраб с маслом какао. Борется с апельсиновой коркой, бережно отшелушивает, активирует лимфодренаж, повышает упругость и интенсивно питает кожу. Масса 250 грамм, изготовитель Россия, город Москва. Цена 99 рублей за один скраб. Серия кремов для ног Fresh Fit. Первый – это крем-эксфолиант, смягчающий шелковые пяточки. Содержит бережный кислотный пилинг, питает и увлажняет, а также является профилактикой трещин кожи стоп. Второй – это крем-уход охлаждающий, поддерживает гидробаланс, дезодорирует, тонизирует и освежает кожу ног. И третий – это крем-релакс, расслабляющий, снимает усталость, глубоко увлажняет и питает. Объем 160 мл, цена 79 рублей. Мистер Рико. Кетчуп для гриля и шашлыка в удобной упаковке, объем 350 мл. Цена 79 рублей. Вот эти конфеты из Фикспресса вкусные, называется конфеста с нежно-сливочным кокосовым кремом. Состав, кстати, не такой длинный и, в принципе, не самый плохой. По вкусу конфеты очень напоминают Рафаэлло, масса 180 грамм, цена 59 рублей. Если вы еще не пробовали папайю сушеную, тоже рекомендую обратить внимание. В Фикспрессе упаковка масса 70 грамм, стоит 59 рублей. Печенье глазированное с арахисом от торговой марки Шоколадово. Я такое печенье пробовала, оно вкусное, но, к сожалению, в составе после муки и сахара на третьем месте идет масло пальмовое, рафинированное, дезодорированное. Вообще у печенья длинный, не самый лучший состав, поэтому лучше попробовать какой-то другой десерт. И все же такой десерт продается в магазине Магнита, там он стоит больше 100 рублей. Цена в Фикспрессе 79. Бывает печенье в темном и белом шоколаде. На сегодня это все. Спасибо, что были со мной. Желаю вам отличного дня, хорошего настроения, крепкого здоровья. Увидимся очень скоро. Всем пока!